Нормальный старт. Какой нелегальный отбор! Как же Азаров толкается, жесть. Натолкался. Как же меня тиснули в гибель фанов! Спасибо, Коп. Так, я развернулся. Там, где эффекты. Зря я с вами 8 пошел сидеть, ты работай 24 на 7 орёт. Я еще немного... Значит, он скоро ее потратит. Господи, как же он в Аскаре медленный. Черт. Господи, Трубутин, я не с тобой больше 8 не поеду. Просто на всех... Вот... Как дела, Никита? Первый привет получил только что. Но пока второй держусь на сырого вне ДРС по 2 секунды. Он реально хорошо едет. То есть он со стартом вместе с тобой прорвался. Он очень хорошо. Но мне кажется, он просто равно прорвался. Эй, Чернышнанов, ты чё? За хуйня с этой машиной тупой-то, а? Какой у вас износ, ребята? Господи, тройной. А мне зато это был стартер. И этот ТСК, он все опять обосрал. У меня еще штраф есть 3 секунды, я ненавижу эту игру. А мне еще чиниться надо. А мне еще тоже, я мне тоже крыло чиниться. Ладно, крыло починил. Господи, тут хард дебилы. Да, у меня круговой, обидно. Ну ничего страшного, то что... Ну, Никит, ты меня немного задержал на пустоте, но там задержка секунду на полторы не больше. А на 3. Раз. Поехали, Федерианы. Зеленый, зеленый у вас горит, ребята. У меня уже износ 5%. А у вас? 6. Господи, лаги. Да, черт. Сейчас. Ух, как какой ты молодец! Спасибо за него. Я приду тебя на торможение, ладно? Идиот. Фиг ты меня пройдешь. Ну понялся. Ладно, проезжай, блин. Задротил тут раз, знаешь, как тут ехать. А, у меня бот схватил ограничение трассы. Я лечу. Ой, тут чисто. Cheers.
У них трансляция есть, кстати? Чё, Коля, обгонять будешь? Ладно. Коль, ты куда? Зачем ты замедляешься? Я смотрю, вы отдыхаете там вообще, да? Ну молодец ты, Рабукин, блин. Я максимально люблю. Потом посмотришь на повторе. А ты в курсе, кстати, что в этой игре максимальный поворот руля только хуже делает? Три поворота, три крутых руля. Кайфуешь. Я тоже, конечно, не супер. Я под кислотой. Я вижу. 15 минут. А, поработать не пришел, давай. 5 минут будет дождь. Ну, конечно, это не понял, не хочу с тобой время проходить. Андрей, а что произошло на последнем? Нет! Нет!